Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами посмотрим правила применения прибора DETA-COSMO как пример того, как будут проходить учебные сеансы, начиная с сентября месяца. Мы планируем с сентября месяца начать новый формат проведения обучения по интернету по вторникам и пятницам. А сегодня пример того, как это будет проходить. Итак, друзья мои, мы с вами покупаем прибор DETA-COSMO. Поставляется он в такой вот замечательной коробочке. Что мы с ним будем делать? Для начала мы снимаем крышку. Дальше видим перед собой вот такую замечательную коробочку, в которой находится этот прибор. Коробочка опломбирована. Наличие пломбы не вскрыты, гарантирует качество прибора. Поэтому мы с вами берем и непосредственно уже сами открываем эту пломбу. После вскрытия пломбы мы открываем приборчик и достаем оттуда DETA-COSMO, упакованный вот в такую красивую сумочку. Эта сумочка была изготовлена специально для этого замечательного прибора. Открываем упаковочку и достаем оттуда непосредственно сам прибор, вынимаем его из упаковки, паспорт, инструкции по применению, которой вы будете пользоваться, блок питания, снимаем с него проволочку. Смотрим, это квантовая головка, в которую встроены специальные светодиоды. Центральные светодиоды, они инфракрасные, поэтому при работе вы их видеть не будете. Достаем соединительный провод и достаем отсюда батарейки. Первое, что мы с вами делаем, это вскрываем батарейки и, соблюдая полярность, вставляем их в сам прибор. Одна. И вторая. Прибор пропищал, это значит, что батарейки целы и работать ими можно. После этого закрываем батарейный отсек. Прибор уже готов к работе. После этого на торцевой поверхности есть разъемчик, в который мы с вами вставляем проводок для соединения квантовой приставочки. Ответный проводок мы соединяем с самой квантовой приставкой. Таким образом, соединение прибора осуществлено, и прибор уже можно как бы использовать. Но для того, чтобы его грамотно использовать, к нему необходимо подключить блок питания. Мы с вами берем блок питания, сначала подключаем его прибору и уже потом ответную часть вставляем в розетку. После этого прибор полностью готов к применению. И сейчас мы с вами посмотрим инструкцию с помощью слайдов по разным программам и поймем, как с этим прибором можно работать. Я вам буду показывать, как им пользоваться, как его применять, а вы будете это дело записывать и конспектировать. Вот этот замечательный прибор появился не просто так и не от воздуха. История создания этого прибора, она очень большая. Прежде всего, он появился благодаря исследованиям нашего соотечественника Захарина Григория Антоновича, который впервые смог определить, что при тех или иных неполадках с органом на участках тела, на лице проявляются изменения. Если в органе идет воспалительный процесс, то данный участок кожного покрова, он меняет температуру, то есть он становится тепленьким. Можно проявиться розовеньким. Если идут дегенеративные процессы в органе, то на данном участке кожи мы видим нарушение пигментации и видим морщины. Вот это вот очень важная вещь.
Но тогда он не нашел применения этому методу. И уже благодаря Генриху Геду мы впервые смогли увидеть, что действительно этот метод можно применять. Что же сделал Гед? Он доказал, что используя вот эти симптомы на коже и на лице, мы имеем возможность проводить диагностику этих органов. Поэтому, плавно рассматривая лицо, мы с вами имеем возможность провести диагностику, не используя никаких приборных методов. И вот благодаря исследованиям этих ученых появился замечательный прибор. Что мы для начала должны сделать? Прежде всего, мы должны включить этот прибор на самую первую программу, которая сразу появляется после включения прибора. Эта первая программа, она предназначена специально для разглаживания морщин. Что значит разглаживание морщин и от чего они образуются? Прежде всего от того, что коллагеновые столбики, на которых закреплена кожа, они растягиваются, теряют эластичность, кожа обвисает и теряет свою эластичность. Отсюда появляются морщины. Поэтому прежде чем ставить какую-либо диагностику, мы с вами должны взять и начать разглаживать эти морщины. Что мы для начала делаем? Мы включаем прибор, нажимаем кнопочку On-Off, выбираем программу «Лицо без морщин», нажимаем «Пуск», и квантовая приставка начинает мигать. Мигать она начинает в такт частоте. И вот после этого мы берем и начинаем приближать ее к лицу до того расстояния, на котором мы отчетливо начинаем ощущать тепло, либо легкие удары света. И дальше начинаем по лицу вводить по тем линиям, которые вы видите сейчас на слайде. По этим линиям обычно работают врачи-косметологи. Если есть недоверие к тому, что этот прибор действительно может оказать лечебное действие, я очень рекомендую обработать половину лица и после этого подойти к зеркалу и посмотреть. Вы увидите разницу между одной половиной лица и второй половиной лица. И вот после того, как вы обработали свое лицо, удалили морщины, коллагеновые столбики приобрели эластичность, вы можете уже переходить дальше. А что мы с вами дальше делаем? Мы должны с вами подойти к зеркалу и слегка погримасничать. Не для того, чтобы, конечно, передразнить себя либо кого-то окружающего, а для того, чтобы определить, какие морщины у нас являются мимическими. И мы должны принять то выражение лица, на котором отсутствуют мимические морщины. И уже только после этого мы с вами имеем возможность взять методические рекомендации под это космо и начать их изучать. В специальном разделе указаны симптомы, свидетельствующие о том, что в тех или иных органах находятся непорядки. И с помощью этого прибора мы с вами можем эти непорядки восстановить и полностью исправить. Именно этим этот прибор отличается от других приборов квантовой терапии. Именно тем, что этот прибор не только устраняет какие бы то ни было косметические эффекты, а он восстанавливает работу органов, и уже восстановленные органы отражаются на лице. Вот это очень важная особенность. То есть мы восстанавливаем функции органов и сами органы, и уже это отражается на лице. Причем воздействовать мы с вами можем двумя путями. Мы можем работать с самой приставкой через зоны проекции органа на лице и одновременно использовать прибор как прибор электромагнитной терапии, располагая прибор в зоне проекции самого органа, который мы с вами лечим. Вот этот двойной лечебный эффект, он значительно усиливает восстановительные эффекты. То есть два метода терапии в одном приборе. Квантовая терапия и электромагнитная терапия в самом приборе. Антенна электромагнитной терапии расположена вот здесь, вот на тыльной стороне прибора. Не на лицевой, где у нас находится с вами дисплейчик, а на тыльной. Поэтому именно тыльной стороной мы с вами должны располагать непосредственно к самому телу. И что же мы с вами имеем возможность сделать? Конечно же,
отрегулировать тонус лица. Я думаю, что многим из вас знакомо состояние потухшего взгляда. Когда вы выходите на улицу, и ни на что смотреть уже не хочется. Нет энергии. Утром вы просыпаетесь и с огромным трудом вытаскиваете себя из постели и заставляете идти на работу. И вот у таких людей, как правило, вся неделя длится от выходного, и скорее бы настал другой выходной. И вот к таким людям, с таким потухшим взглядом, конечно же, не подойдут никакие окружающие люди. Почему? Потому что их лицо не светится энергией. От них нельзя запитаться, а отдавать свою, конечно же, не хочется. И что мы делаем? Мы выбираем программу, соответственно, вторую, и начинаем с вами воздействовать на уши. Почему мы с вами воздействуем на уши? Потому что на ушах находятся 154 точки, отвечающие практически за все органы в организме человека. И плавно воздействуя на левое и правое ухо по очереди, также обязательно не теряя ощущение тепла. Вот это вот ощущение тепла, друзья мои, мы с вами не должны терять на всех лечебных сеансах. Какие бы мы с вами ни проводили сеансы, ощущение тепла и легких ударов света мы должны ощущать очень и очень хорошо. Поэтому начинаем воздействовать, и организм получает ту самую энергию, которая необходима нам с вами для успешного и плодотворного дня. То есть мы с вами имеем возможность с утра, проведя вот этот сеанс, зарядиться на весь рабочий день и выйти из дома уже с прекрасным состоянием, с прекрасным лицом, к которому будут притягиваться другие люди. И, конечно же, вы не будете ощущать одиночество при использовании этой программы, поскольку вы будете излучать энергию, и к вам подойдут другие люди, которые тоже излучают энергию. Это происходит по закону парных случаев. Следующая программа – это регуляция женской эндокринной системы. Вы знаете, что мы с вами живем в достаточно тяжелом времени, и на эндокринную систему приходится очень большая нагрузка. В чем же она проявляется? В том, что происходят сбои. Происходят сбои в женском организме. Как они выражаются? Они могут выражаться в том, что внезапно возрастает вес на 2 килограмма, который не убирается ни диетами, ни физическими упражнениями, ни фитнесом, ни плаванием, не убирается никуда. Начинают расти волосы там, где они не должны расти. И вот для того, чтобы нам с вами отрегулировать эндокринную систему, восстановить полностью гормональный аппарат женщины и восстановить ее настроение, мы с вами начинаем работать по тем зонам, которые указаны на картинке. Вы сейчас видите это дело на слайде, в методических рекомендациях они также подробно описаны. Плавно, не спеша перемещаем квантовую приставку. Я сейчас двигаю ее значительно быстрее, чем это положено. Вы работаете медленно, плавно, в обязательном порядке, не теряя ощущения тепла. Сейчас мы с вами видим регуляцию мужской эндокринной системы. Первые приборы Дета-Космо появились у нас в декабре месяце и в продаже. И вот за период уже полгода нам удалось подвести некие итоги. Оказалось, что мужчины стали этот прибор покупать значительно чаще, чем женщины. Что, конечно же, удивило нас. Почему? Потому что мужчина в любом возрасте, независимо от возраста, он хочет быть мужчиной. И вот для того, чтобы он мог оставаться мужчиной, и предназначена вот эта программа регуляции мужской эндокринной системы. Чрезвычайно важная программа абсолютно для всех мужчин. Те, которые считают себя здоровыми, я рекомендую эту программу использовать в качестве профилактики, поскольку профилактика обходится всегда дешевле и быстрее, чем лечение тяжелых заболеваний. Поэтому не ждите, дорогие мужчины, когда наступит проблема. Решайте ее быстро и безопасно. Теперь мы с вами имеем возможность почистить наш организм. Эта программа предназначена для очистки печени.
А как вы понимаете, что основную нагрузку на наш с вами организм принимает печень. Именно поэтому у нее есть уникальная возможность регенерироваться и восстанавливаться. Что мы с вами делаем? Мы прекрасно понимаем, что печень у нас с вами – это участок на лбу. Мы закрываем глаза и начинаем вводить квантовой приставкой по указанному участку, а сам прибор располагаем с правой стороны в зоне проекции печени. И одновременно начинаем работать. Тем самым нам удается восстановить полностью работу печени и очистить организм. То есть очистить один из основных фильтров нашего организма. Фактически мы с вами осуществляем токсические инфекционные поражения, убираем их из организма. Это очень важная особенность, которую мы с вами можем легко и быстро восстановить. Следующее. Стимуляция деятельности нервной системы. В наш тяжелый век мы с вами прекрасно понимаем, что нервная система очень и очень страдает. Я думаю, что очень многим женщинам знакомо такое состояние, как нервозность, как депрессия и другие проблемы, с которыми мы с вами сталкиваемся. Необоснованная раздражительность, когда все раздражает и все не мило. И что же мы с вами можем делать? Первое, что мы можем делать, это взять и начать воздействовать на верхний участок тела этой квантовой приставкой, но есть и другой, более эффективный метод, о котором я раньше никогда не говорил, и сегодня вы впервые сможете об этом узнать. Что мы с вами делаем? Мы с вами берем файл, в который обычно кладут бумаги. Но только не тот тоненький, который обычно мы используем, а толстую папочку, обязательно серого цвета. И вырезаем из нее вот такие очки, очень похожие на маску, с которой плавают водолазы. Видите? С таким носиком и красивым. И что мы делаем? Мы одеваем эту маску на лицо, вот таким вот образом, так, чтобы не было видно ничего окружающего. Она матовая, и, соответственно, все, что есть перед глазами, расплывается. После этого мы выбираем приставку, направляем ее светить на эту маску и начинаем плавно вращать квантовую приставку, выбирая тот цвет, который вам больше нравится. Он может быть зеленым, он может быть красным, он может быть синеньким. Но вы выбираете тот цвет, который вам понравился. Для чего это осуществляется? Дело в том, что интуитивно, подсознательно ваш организм выберет тот цвет, которого не хватает в данный момент в организме. И вы начинаете воздействовать этой программой на это лицо, и вы заметите уникальную особенность. Зрительный анализатор очень хорошо связан с головным мозгом. И по мере прохождения вот этой программы вам будет нравиться другой цвет. Вы переходите на другой цвет, восполняя недостатки там. Потом переходите на третий, переходите на четвертый, и тем самым мы с вами восполняем гормональный цветовой баланс. То есть осуществляем с вами уникальную систему цветопсихокоррекции. И вот эта система цветопсихокоррекции позволит нам с вами очень легко, за вот такой короткий промежуток времени, избавиться от депрессии, избавиться от психоза и восстановить функции своей нервной системы. Что вам я очень, конечно, желаю. Особенно женщинам я рекомендую эту программу использовать как можно чаще. Почему это надо использовать? Дело в том, что любой психоз, друзья мои, это очень сильно энергозатратное состояние. 5 минут психоза компенсируются часом положительных эмоций. Если хочется час попсиховать, то подумайте, где вы возьмете такое количество по времени положительных эмоций. Следующая программа – это работа желудка. Желудок на себя, как вы понимаете, тоже принимает достаточно серьезные нагрузки, поскольку загружаем в него множество ядохимикатов, которые поставляют нам вместе с пищей. И что самое интересное, состояние нервной системы и наши с вами психозы также отражаются на работе желудка.
И вы прекрасно знаете, что попсиховали, и что? Нет аппетита, нет еще что-то. И желудок тут же среагировал на это. Многократные психозы, и что мы с вами имеем? Конечно же, язвенную болезнь желудка. А оно нам надо? Конечно же, не надо. Поэтому для того, чтобы восстановить работу желудка, мы с вами сначала восстанавливаем нервную систему, и только после этого переходим на регуляцию функции желудка и восстанавливаем его полностью работу и восстанавливаем его самого. Вот для этого предназначена программа регуляции желудка. Следующая программа — избавление от запоров. А те люди, которые страдают запорами, они имеют такой мышино-серый цвет лица. И по ним сразу видно. Он заходит, вы посмотрели, а там мышино-серый цвет лица. Думаете, как же не повезло человеку, как же он мучается. Что мы с вами должны делать? Мы с вами должны располагать прибор вот в этих двух областях, а сам прибор расположить где? Правильно, в зоне проекции толстого кишечника. И тем самым отрегулируем его работу, отрегулируем всасывание влаги и восстановим его полностью работу. И больше человек не будет этим делом мучиться. Следующее — это стимуляция работы почек. Это еще один фильтр, который работает в нашем организме и который также жизненно важен для нас. Как определить, что имеются проблемы? Прежде всего, по мешкам под глазами. Это эти мешки, либо потемнение кожи под глазами, они указывают на то, что с почками непорядки. И тогда мы с вами глаза закрываем и начинаем воздействовать на вот эти зоны. А сам прибор, друзья мои, мы с вами располагаем не перед собой, а сзади, в зоне проекции непосредственно почек. И тем самым есть возможность восстановить их работу и избавиться от очень многих проблем, с которыми сталкивается человек, когда почки не работают. Прежде всего, эти два фильтра, почки и печень, нам с вами нужно восстанавливать для того, чтобы организм у нас с вами был чистым. Почему нам надо сделать его чистым? Потому что элементарно, все патогенные микроорганизмы живут на той территории, на которой им комфортно. Очищая организм, мы убираем у них биологическую территорию. И тем самым им же становится жить некомфортно. И они уйдут от вас. И не обязательно их уничтожать. Достаточно просто почистить свой организм. Нормализация функции щитовидной железы. Как правило, щитовидная железа сама по себе болеет очень-очень редко. Чаще всего она отражает химическое, токсическое поражение организма. Но сейчас, друзья мои, у нас с вами май. Воздействовать на функцию щитовидной железы мы с вами имеем право только тогда, когда в названии месяца есть буковка «Р». Если буковки «Р» нет, значит, не трогайте ее, она спит. Поэтому май, июнь, июль, август щитовидная железа спит. В этот момент вы можете просто почистить свой организм, избавиться от накопленных токсинов и уже в сентябре спокойно восстановить функции щитовидной железы. Регуляция сердечно-сосудистой системы. Это, конечно же, безусловно, одна из самых важных программ, которые мы с вами должны использовать, потому что сердечно-сосудистые заболевания выходят на лидирующие позиции, причем независимо от возраста. Это мы с вами берем, располагаем в нужной зоне эту приставку, а сам прибор располагаем в зоне проекции сердца и восстанавливаем полностью его функции, полностью работу. Улучшение работы селезенки. Точно такая же ситуация, как и в восстановлении работы сердца и других органов, ничего особенного здесь нету. Поджелудочная железа. Если у вас скачет сахар до еды и после еды очень сильно, то я очень рекомендую именно эту программу. В методических рекомендациях указаны симптомы, в связи с которыми необходимо работать с поджелудочной железой, но в любом случае ее лучше всего восстановить и восстановить заранее. Коррекция зрения. Вот это одна из самых интересных программ, которые мы очень часто использовали
для демонстрации того, как прибор работает. Что мы при этом делаем? Мы выбираем мелкую надпись на приборе, выбираем глаз, который видит хуже, и замеряем расстояние, на котором глаз видит эту надпись отчетливо. После этого располагаем приставку непосредственно рядом с виском, напротив того глаза, который мы с вами измеряли, и начинаем работать вот в этой зоне. По окончании сеанса снова закрываем один глаз и начинаем измерять расстояние, на котором мы с вами отчетливо видим ту же самую мелкую надпись. И вы увидите, что расстояние изменяется, как правило, сразу в два раза. Это очень важная особенность. С помощью этого вы можете и восстановить свое зрение, независимо от диоптрии, и, конечно же, всем окружающим продемонстрировать эффективность работы прибора. Вот таким образом, друзья мои, все наиболее важные функции мы с вами можем отрегулировать с помощью вот этого замечательного, простого, безопасного прибора DETECOSMO. Итак, друзья мои, я благодарю вас за внимание. Я хочу пожелать вам быть красивыми, здоровыми, счастливыми. Именно в таком формате у нас с вами будет проходить обучение осенью, куда я приглашаю всех желающих. Спасибо.